У нас третий день. Я больше не могу жрать. Мне кажется, у меня сахара в крови больше, чем крови. Продукты не получается донести до дома. Все запасы уничтожаются по пути с магазина. Это какой-то бред. Слишком много родственников на квадратный метр. Нам приходится вместе есть и вместе готовить. Я не думала, что будет так тяжело. Нам помогут, нам обязательно помогут, она вспомнит. Правда, не знаю кто. Но кто-то обязательно спасет, да. Я могу дать вам пару советов. Это найти свое место, найти место, где вы можете остаться наедине, и нет туалета, для этого не подходит. Всем обязательно понадобится именно туда зайти, когда вы там будете, поэтому это не подходит. Что-то наподобие под лестницей или в каморке. Друзья, туалетная бумага не спасет вам жизнь. Ну, то есть, это просто бумага. В смысле, попробуйте предположить, что вы сможете обойтись без нее. Ну, в смысле, не в таких масштабах. Вот. Ну, если нет, то я просто предложила. Мне точно хватает, честно. Все будет хорошо. Мне смс-ку прислали, что все будет хорошо. С Министерства здравоохранения. Правда, после этого я начала волноваться еще больше. Ну ладно.